Destan aktivist ve gazeteci Timur Talkanoğlu aramızda, onu rica ediyorum. В результате которого несколько черкесских народностей были полностью уничтожены, а остальные были изгнаны с места исторического проживания, значительно утратив свою численность. Черкес халкларының бүгінгі тәдбірində ән ажылы конуйу kaydetmek istiyorum ki Çerkez halklarının büyük bir hissesi mahvedilmiştir Rusya tarafından. Büyük bir hissesi sürgün edilmiştir ve dünyanın belli yerlerinde yaşam mücadelesi, halkının mücadelesi etmektedirler. Çerkezская катастрофа происходила на глазах у всего мира, когда тысячи людей из окон своих европейских дворцов, кабинетов наблюдали за тем, как звери в человеческом облике убивали, резали, ударами прикладов в спину гнали беззащитных черкесских женщин, детей, стариков, чтобы больше ничего не напоминало русским генералам о прежних владельцах этих земель, чтобы потом назвать эти земли İskomu Rusya. Maalesef Avrupa ve dünya basınının, dünya siyasetinin önünde o yıllarda çocuk, uşak, yaşlı, yaşlıların Rus generalleri tarafından acımasızca katledildiğini gördük ve dünya susuzluğuna Ruslar Çerkezleri kendi topraklarından kovmakla o arazileri tüm dünyaya Rusya arazisi gibi ispat ettiler maalesef. Спустя несколько лет после известных событий на Красной Поляне мир пожал руку Александру II, русскому императору, вместо того, чтобы назвать его палачом и военным преступником, и память о черкесской катастрофе навсегда канула в мутный омут истории. Мир забыл о черкесах. Maalesef dünya ve Avrupa siyasetçileri Rus İmparatorunu kabul ettiler. Onu maalesef katliamcı, işte işgalci olarak değil, bir imparator olarak kabul ettiler ve dünya basını sustu. Но забвение мира вовсе не предполагает то, что черкесы забыли о трагедии своего народа и о виновниках этой трагедии. Maalesef Avrupa ve dünya basının susmasına bakmayarak Çerkez halkı asıl katilin, asıl günahkarın kim olduğunu çok güzel biliyor ve onun için mücadelesini devam ediyor. И наше сегодняшнее собрание свидетельствует о том, что вопрос о черкесской государственности не закрыт окончательно, и что идея черкесской государственности составляет основу самосознания черкесского народа. İşte bugünkü toplantının asıl amacı Çerkez bağımsızlığı için bir daha mücadele etmektir
ve tüm dünya basının susmasına bakmayarak unutmasın ki biz Çerkez özgürlüğünü hiçbir zaman unutmadık. Hala devam ediyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Осуществление этой благородной миссии, этого благородного замысла является установление всех виновников черкесской катастрофы и наложение на виновную сторону возмещения ущерба в полной мере. İşte Çerkez soykırımında bizim esas amacımız günahkarların, katillerin bulunması, işte ona göre Çerkez halkının bu acısını kompensasiya, yani karşılanmasını kabul edilmesidir. Это необходимо сделать для того, чтобы пресечь в будущем подобные ситуации. Это необходимо сделать для того, чтобы когда в день, когда мы восстанем из мертвых, мы могли сказать своим павшим, что несмотря на то, что мы не были с вами, мы не забыли ваши подвиги, и мы не забыли то дело, ради которого вы столько лет воевали и погибали. Çatdırılmasında ən önəmli amac o deyil ki, dünyaya sadəcə bizim soyqırımı bilsinlər. Bizim ən önəmli amacımız odur ki, dünyasını dəyişənlər, savaş üçün mücadilə edənlər, rahmetli olanlar heç bir zaman unutmasınlar ki, biz onları unutmadıq və hələ mücadiləmizi davam edəcəyiz. Это необходимо сделать для того, чтобы память о Кавказской войне, о трагедии черкесов, о трагедии чеченцев, о трагедии каждого народа, который был покорен Россией, Российской империей, была восстановлена в такой, пусть даже и неприятной правде. Kafkas savaşlarının amacı bizim halk olarak hep dövüşkən olmağımız, hep özgürlük üçün savaş etməyimizdir. Еще раз повторю, это необходимо сделать еще для того, чтобы пресечь в будущем повторение подобного. Чтобы пресечь в будущем повторение подобного, Ивану, нам нужно понять одну важную очень вещь. Если преступник не наказан, если ему не отрублена рука, то это гарантия того, что в будущем он повторит то же самое. И мы видим, что Россия воюет сегодня в Европе. И причиной этому послужило то, что мир молчал, когда Россия убивала чеченцев, когда Россия напала на Грузию, когда Россия убивала суннитское большинство населения Сирии. И сегодня они пришли уже в Украину. И это не закончится. Ben rahmetli olup savaşanların da dünyasına Çerkezya uğrunda döyüşenleri söyledim de şimdi söyleyeceğim gelecek olan nesiller, gençlerin İşte Çerkez soykırımı hakkında haberdar olmasıdır. Çeçen savaşından Rusya'nın yaptığına dünya basını sustu. Suriye'de Müslümanları katliamında dünya basını sustu. Şu anda Rusya Ukrayna'da, Avrupa'da savaşıyor. Ve bu savaşta da dünya basını hala hareketsiz kalmış. Просто ситуация такая сегодня, что в России никто не чувствует себя ни виноватым, ни чем-то обязанным.
ни черкесам, ни чеченцам, никакому другому народу, пострадавшему от ее. Сегодня Русия kendini bu savaşta Çerkes halkına karşı, Çeçen halkına karşı, Ukrayna halkına karşı günahkar, katil hesap etmiyor. Сегодня на местах совершения этими преступниками их преступлений им же ставятся памятники. В их честь называются улицы, скверы, парки, там, проспекты. То есть никто не чувствует черкесской боли, никто не чувствует чеченской боли. Той боли, которую эти преступники принесли покоренному народу. İşte Rusya katlettiği zaman Kafkas'ta kendi kahramanlarının, kendi katillerinin, kendi generallerinin caddelerini, isimleri veriyorlar, abidelerini yapıyor, heykellerini dikiyorlar bizim topraklarda. Ve Çerkes halkı da bunların hepsini görüyor, maalesef susuyor. К сожалению, регламент нашей страны, нашего собрания не позволяет углубляться во всю эту историческую канву событий. Но если вы заглянете в конвенцию о геноциде, которая была принята в 1948 году, то вы увидите, что абсолютно каждый ее пункт был с такой педантичной точностью осуществлен российской армией в Черкесии. Maalesef konferansın dakikaları benim konuyu daha derinden gitmeyime, konuşmayıma izin vermiyor. Ona göre sadece söylemek istiyorum, 1948. yılda soykırımla bağlı konferansiyede yazılanlar hala uygulanmıyor. Черкесская катастрофа произошла до принятия конвенции о геноциде, поэтому все вот авторы, которые ее описывали, они не боялись того, что действия российской армии будут осуждены там мировым сообществом. İşte 1948 yılında bu konvansiyonu hazırlayanlar, işte Çerkes soykırımı hakkında kayıtlara geçmişler ve hatta onlar hiçbir zaman Rusya katillerini işte korkmamışlar ve soykırımı dünyaya ispatlamak istemişler. И поэтому они описывали все происходящие события достаточно откровенно. Конвенционда her şeyi açık açığına işte onu yazarları bildirmişler. Tüm katliamlar hepsini bildirmişler. Один из участников геноцида, генерал Фадеев, писал: «Нам нужно было обратить восточный берег Черного моря в русскую землю и для того очистить от горцев все побережье Черного моря». Kayıtlarda Rus general Fadeyev'in yazılarına göre işte kendi komentlerinde böyle yazmıştır, yorumlarında böyle yazmıştır ki bizim asıl amacımız Karadeniz sahillerinde olan yerli halkları katledip orada Rus toprakları, Rus halkını yerleştirmektir. И дальше он пишет: «Конечно, война, ведённая с такой целью, могла вызвать отчаянное сопротивление и поэтому требовала с нашей стороны удвоенной энергии. Надобно было истребить значительную часть закубанского, то есть черкесского населения, чтобы заставить другую часть, безусловно, сложить оружие». Фадеев в yorumlarında 48'inde de kaydetmiştir ki, biz yerli topraklarda, Kafkasyalarda işte bu savaşta yerli halkların daha çok mücadelesini gördüğümüz için enerjimizi iki kata katladık ki daha fazla katledelim diye. Другой русский публицист Лев Тихомиров, будучи сыном военного офицера, военного врача, описывал как черкесскую катастрофу как непосредственный очевидец, как свидетель. И он написал такую книгу, которая называется «Тени прошлого». И в этой книге целая глава посвящена черкесской катастрофе. Ünlü Rus komutanı Lev Tihamirov'un torunu o dönemlerde doktor olmuş ve öz yorumlarında, tarihi eserlerde Çerkes halkının nasıl katledildiğini kaydetmiştir. И он пишет:
Черкесов для блага России нужно было совсем уничтожить. Как совершить это уничтожение? Самое практичное – посредством изгнания их в Турцию и занятия их земель русским населением. Этот план, похожий на убийство одним народом другого, представлял нечто величественное в своей жестокости и презрении к человеческому праву. Yorumlarında Lev Terestikov'un işte torunu yazıyor ki Çerkes halkını komple Rus halkının kalkınması için kat etmemiz gerekiyordu ve sağ kalanları da Türkiye'ye sürgün etmemiz gerekiyordu. Bu dönemde biz Rus halkını o topraklarda yerleştirdik, yerinde Rus toprakları olarak kaydetmiştik. Как же происходило это убийство? То есть солдатская, вот эта русская армия, она шла, вычищая, очищая от черкесского населения села, там всякие ущелья, где кого видели, они всех либо убивали, либо изгоняли. İşte Rus ordusu bizim topraklara her adım adım, şehir şehir gelerek mücadele edenleri öldürüyor. Sağ kalanları sürgün ediyorlardı ki temizlesinler. Спасаясь от убийц, горцы оставляли дома, лошадей, табуны, стада. Мы знаем, что черкесское население жило самодостаточной, богатой жизнью. Все, что они, все, чем они пользовались, они производили сами. İşte sürgün olandan sonra evler, topraklar, şehirler hepsi yani yerli hepsi işgalcılara kaldı. И вот тот же самый Лев Тихомиров, он пишет, и каждая вот строчка, она пронизана трагизмом того, что происходило с черкесами. Лев Тихомиров, он, с yorumlarında kaydediyor, черкес халкының tüm acıları, tüm katliamları ispat olarak, subut olarak gösteriliyor. Я зачитаю это полностью. Да, да, да. Он пишет, все эти аулы, сакли, шалаши сжигались дотла, имущество уничтожалось или разграблялось, скот захватывался, жители разгонялись, мужчины, женщины, дети, куда глаза глядят. İşte o yorumda kaydedir ki, karşımızda ne kesiyorsa, kadın, uşak, yaşlı, herkesi katlediyorduk, sağ kalanları sürgün ediyorduk. Son anca tertemiz araziler temizlemek için. В ужасе они разбегались, прятались по лесам, укрывались в еще не разграбленных аулах. Но истребительная гроза надвигалась далее и далее, настигала их в новых убежищах. Çeçen farkını o kadar kovduk ki günlerle, aylarla ormanlarda sağ kalmak için mücadele ettiler. Oralara kim gittik ki oraya kadar kovduk. Вся эта дикая травля, не умею найти другого слова, тянулась около 4 лет, достигши своего апогея в 1863 году. 1864 yılda 4 yıl dağlarda, ormanlarda çerkezler mücadelesini devam ettiler. Bu vahşi, onun yorumlarını yazdı. Bu vahşi halkı hiçbir zaman yenemiyorduk. Бедствия черкесов не поддаются описанию. Убегая от преследований, они скитались без крова, пищи, зимой при 20-градусном морозе. Hatta -20 derecede dağda, ormanlarda, kışta böyle o halk mücadelesini devam edip sağ kalmak için vuruşuyordu. Зимы как нарочно были необычайно холодные. Среди черкесов стали развиваться опустошительные болезни и особенно тиф. Hatta ben doktor olduğum yorumlarda yazıyor. Ben doktor olduğum zaman işte -20'de soğuklarda sürgün edilmiş Çerkes halklarında bazı tip hastalıklar ortaya çıktı. Семьи разрознялись, отцы и матери теряли детей, умирали под открытым небом и в норах. Рассказывали, что солдаты натыкались на случай употребления несчастными человеческого мяса. Я говорю об ужасах изгнания горцев, как очевидец. Да, халкының içinde işte o kadar acımasız şeyler oldu ki
anne babaların çocuklarını kaybettikleri, insanların sokak ortasında acılıktan işte sorunlardan öldüklerini gördük. Таких истреблений целого народа, как на Западном Кавказе, история назовет немного. Трудно сказать, как велико было число горцев от Черного моря до Лабы, но думаю, что должно считать до миллиона. Karadeniz'den işte Batı Kafkasya'ya kadar 1 milyona yakın Çerkes halkına karşı bu katliam oldu. Свыше 500 тысяч ушли в Турцию. 500 bin Çerkes halkı Türkiye'ye sürgün olundu. Причем огромное количество их умерло, утонуло при транспортировке. Yol boyu büyük bir sesi işte dayanamadı, rahmetli oldu. Из них только 100 тысяч уцелели, переселившись на плоскость. 100 bini işte Türkmen olarak geldi. Таким образом, огромный, богатый, чарующий красотой край был радикально очищен от населения, жившего там в течение тысячелетий. 1000 yıl arasında bu savaş, bu mücadele yerde Çerkes halkının öz topraklarından, o güzel tabiyetten uzak kalmasına vesile oldu. Горцы не могли чувствовать к нам, не могли не чувствовать к нам жгучей ненависти. И погружаясь на суда, огромные толпы их пели какие-то гимны, в которых проклинали русских и заклинали покидаемую родную землю не давать им урожая и никаких плодов. Yerli Çerkes halkı Ruslarla mücadelesinde sonuna kadar devam ediyorlar, ticaret etmiyorlar, kendi mensullarını onlara veriyor, sonuna kadar mücadelelerini devam ediyorlar. Но великая человеческая трагедия совершилась, а равнодушная природа продолжала сиять своей вечной красой для русских, как прежде сияла для черкесов, не ведая ни жалости, ни гнева. Maalesef Çerkes halkına dünyanın insanlığının en büyük katliamı oldu. Если это не геноцид, то что тогда можно считать геноцидом? Eğer bu soygırım değilse, biz neyi soygırım hesap etmeliyiz?